Короткий путь домой. Теперь жителям Облукова не придется делать крюк. На улице открыли для проезда новый участок дороги протяженностью 428 метров. Построена она вдоль берега Свияги, между домами номер 37А и 59. Таким образом, путь от Московского шоссе или торгового центра «Аквамолл» к домам 19-го микрорайона сократился. Были переложены коммуникации, кабель связи, сети водопровода диаметром 1000 миллиметров. Также смонтировано 16 опор освещения. Предусмотрен тротуар для пешеходов и дорожка для велосипедистов. Смонтирована ливневая канализация, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Дорогу построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стоимость работ почти 81,5 миллион рублей. В этом году также начнется строительство еще двух дорог в Засвияжском районе. Это автомобильная дорога продолжения улицы Автозаводской с выходом на улицу Промышленную и строительство нового участка автомобильной дороги по улице Шигаева, тоже в Засвияжском районе. Опять-таки мероприятия эти направлены на модернизацию улично-дорожной сети города. Если говорить про дорогу на Облуково, то она станет продолжением нового моста, который строят в створе улиц Шевченко-Смычки. На переправе сейчас установили четвертую опору, формируют фундамент опор номер 7 и 8. До конца февраля подрядчики обещают завершить бетонирование оставшейся конструкции. С марта начнется монтаж пролетных строений. Анна Тищенко, Улправда ТВ.